лишь демонстрируя несгибаемость нашего духа и неистощимость нашей мощи, мы ускорим конец этой коалиции, которая развалится при грохоте наших орудий. Я обращаю свой взор на немцев. Только наша нация может одержать и обязана одержать победу. В настоящее время вся страна стала военным лагерем. Я имею в виду Германию, Австрию, Норвегию, часть Венгрии и Италию, значительную территорию чешского и богемского протектората, Данию, Голландию. Это сердце европейской цивилизации. В наши руки попал материал победы. От нас, от военных, сейчас зависит, в какой мере мы используем этот материал во имя нашей победы.